Вода продолжает прибывать в реке Иртыш в Агайском районе. Пик в райцентре ожидается примерно через неделю, сообщил глава региона. Александр Мор на месте оценил темпы возведения дополнительных земляных насыпей. В Агае есть постоянная дамба, она справилась уже с двумя паводками. Но в этот раз воды будет больше. Километром насыпей здесь закрыли низкие места, где вода может обойти основную дамбу. С паводком совпала и горячая пора у старшеклассников. Губернатор поручил своевременно перевести сельских школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, в пункты сдачи экзаменов. Начнется эвакуация. У ребенка, условно говоря, завтра экзамен, послезавтра его начинаем перевозить. Но все равно стресс, невозможность у всех, потому что мы понимаем населенные пункты, где деревни, да, по большому счету. И вдруг там есть 1, 2, 3 человека заранее просто. Их перевести, чтобы они уже начинали спокойно жить, готовиться.